Всем привет, друзья! С вами канал Блицкей, меня зовут Влад, и сегодня будет на канале не совсем запланированный обзор. А дело все в том, что в эти выходные ко мне в гости приехал замечательный мой товарищ из Рязани, который не так давно приобрел себе стереогарнитуру для своего ПК. В принципе, перед своим отъездом он и предложил мне, собственно, взять ее с собой, чтобы я сделал небольшое видео на своем канале об этой стереогарнитуре, просто, ну, так, чтобы я какое-то мнение об этих наушниках высказал. В общем, сегодня с вами будем смотреть SteelSeries Arctis 5. Вот такие вот наушнички он себе прикупил. Будем тестить микрофон, как записывает. Хочу послушать, как они звучат, потому что он был звуком, ну, очень доволен. И сказал, что они звучат очень-очень хорошо. Но вот я это все дело хочу посмотреть, проверить. Ну, раз уж такая возможность ко мне выпала. Ну и, собственно, запишем с вами тест вот именно микрофона. Он здесь вот так вот выдвигается. Такие вот наушники, вот так они выглядят. Лично я отдаю предпочтение отдельному микрофону и отдельным наушникам. Но я прекрасно осознаю, что многим интересно именно такие устройства, два в одном. Поэтому, кому это все-таки действительно интересно и кто, может быть, подумывал о покупке таких наушников, я сейчас в течение нескольких минут постараюсь максимально вам подробно описать и рассказать, что это такое и стоит ли оно своих денег. Итак, давайте начинать. Наушники поставляются в двойной картонной коробке. Внутри они уложены в специальную форму для безопасной транспортировки. Вообще, упаковка довольно плотная и добротная. И это не мудрено. Сама гарнитура стоит довольно приличных денег. У нас в России ценник на нее балансирует в районе 8000 рублей. Когда как мой друг, который любезно подогнал мне их для ролика, приобрел сей девайс в районе 6. Помимо самой гарнитуры, в комплекте идет съемный провод для ее подключения либо к смартфону или консоли посредством специального переходника с джеком 3,5 мм на конце, либо для подключения непосредственно к ПК обычным USB-адаптером. И этот самый провод имеет специальный пульт управления, мини-микшерный пульт под названием Chat Mix. С помощью этого пульта можно регулировать звуковые потоки между игровым чатом и звуком в самой игре. Это довольно удобная опция, ведь она позволяет быстро найти нужный по звуку баланс, не залезая в дебри настроек самой игры и звуковые настройки вашего ПК. Сама гарнитура внешне выглядит довольно большой, тем не менее весит она не так много, как может показаться на первый взгляд. Всего 305 грамм без провода. Чаши наушников имеют форму прямоугольников со скругленными углами, а в тыльные стороны, изготовленные из приятного на ощупь soft-touch пластика, на каждой из чаш встроена светодиодная подсветка, которая проходит по ее внешнему контуру. Светит она равномерно, без мерцаний, что со стороны выглядит очень круто. Эта подсветка по умолчанию плавно переливается из цвета в цвет. Причем с помощью фирменного софта от самого производителя можно менять режимы этой подсветки и ее интенсивность, а также можно воспользоваться различными готовыми надстройками подсветки для некоторых популярных игр, которые можно выбрать в специальном разделе приложения. Помимо всего этого, в приложении можно сделать свой собственный уникальный визуальный эффект. Вообще, приложение для наушников имеет очень много настроек, как звуковых, так и световых. Там есть встроенный эквалайзер, в котором можно поиграться с частотами и подстроить звук под себя, выставить уровень шумодава и многое другое. Все элементы управления гарнитурой находятся на правой чаше. Здесь у нас кнопка быстрого включения и отключения микрофона, далее идет аналоговый регулятор громкости, следом располагается проприетарный разъем для подключения провода наушников, а рядом с ним разъем мини-джек 3,5 мм. Отличительной особенностью данной гарнитуры является микрофон, а если точнее, его конструкция. Он выдвигается из корпуса чаши, и в него встроен светодиодный индикатор состояния. Когда микрофон выключен, светодиод горит красным свечением, а вот во время его работы светодиод гаснет. Решение немного странное. Лично мне показалось, что было бы лучше сделать наоборот, но, может быть, я ошибаюсь. Сам микрофон здесь установлен двунаправленный. Исходя из тех материалов, что я успел изучить, производитель заявляет об отличном качестве записи, сопоставимым с уровнем студийного микрофона. Что же, давайте я вам и продемонстрирую, как на самом деле пишет данный микрофон. А перед тем, как показать, что у меня получилось с записью, я хотел бы уточнить, что данный тест я проводил на настройках по дефолту. Никакие частотные регуляторы в приложении я не крутил, ровно как и не трогал уровень шумодава. Если говорить откровенно, я сначала сделал тест записи звука, а уже потом полез качать приложение и смотреть его возможности. Раз-два, как вы можете видеть, уровень здесь вот скачет хорошо.
Давайте мы уровень у него повысим где-то до 80, ну, давайте до 90%. Давайте до 80. На 80% громкости вот так вот мы сделаем. Окей. Все у нас теперь работает. Запускаем Audacity. Давайте, в общем, начинать наш тест. Раз, два, три, четыре, пять. Это проверка микрофона SteelSeries Arctis 5. Вот так вот записывает гарнитурный микрофон, встроенный в эти наушники. Вот так вот я немножко его подвинул к рту. Вот если вот так вот, то, как вы можете видеть, звуковые волны немножко больше стали. Если же его немножечко отдалить вот так вдаль, то, естественно, будет все намного тише, потому что микрофон у него находится вот именно вот здесь. Давайте немножко помолчу, послушаем мы тишину вот таким вот образом. А также я еще хочу продемонстрировать вам, допустим, вот смотрите, я запустил проект Варда, и сейчас мы что-нибудь начнем печатать на клавиатуре ноутбука. Привет, как дела? Там, как настроение? Ну, все это я пишу английскими, я только сейчас это увидел, но не суть. В общем, вот так вот послушаем обязательно, как это будет звучать. Именно в момент записи вот я печатаю на клавиатуре, в этих находясь наушниках. И это вот на самом деле будет мне интересно. В общем, как-то так вот. И теперь вот мы уже нашу запись смотрим, да, что получается. В принципе, я сейчас это все послушаю. Уже в конце этого ролика я обязательно расскажу о своих ощущениях, об этом, ну, о звуке, да, который записан через этот микрофон. Но сейчас пока сказать, к сожалению, ничего не могу. Единственное, что я вам обещаю, что я никак этот звук обрабатывать не буду. И весь этот вот аудио, всю эту дорожку, как она есть, я вам запихну в описание под данным роликом. Как-то так, наверное, думаю, надо уже заканчивать нашу тестовую запись. В общем, друзья, вы все видели и слышали сами, вот так вот звучит микрофон из данных наушников. Насколько я понял, там стоит какой-то шумодав, потому что реально, если честно, я вообще вот звука с клавиатуры практически не слышно, а я печатал довольно громко. Вот так вот послушаем обязательно, как это будет звучать именно в момент записи. Вот я печатаю на клавиатуре, в этих находясь в наушниках, и это вот на самом деле будет мне интересно. В общем, как-то так вот. И я в этих наушниках, когда прослушивал ту аудиозапись, которая получилась, я вообще не услышал именно звуков. Ну, мелкое такое, на легкое клацание, конечно, было. Ну, то есть, я так понимаю, что они специально и заточены для того, чтобы играть. И во время игры, ну, люди там не жаловались, что у тебя клавиатура, то есть, как бы, как-то шумит. То есть, ты шумишь, особенно на механике, если играть, то это как бы необычная вот эта мембранная, да, клавиатура, механика шумит намного больше. И, собственно, я думаю, именно для вот таких вот геймерских задач данные наушники подходят вполне себе очень даже хорошо. Да, у них они немножко урезают бас, то есть в голосе не слышно вот этого вот, ну, басовой составляющей. Тем не менее, довольно хорошо слышно все. В качестве именно гарнитуры для там стримов игровых, когда вы постоянно что-то на клавиатуре делаете, играете, я думаю, эти наушники вполне себе годные. Также в этих наушниках отличный звук, мне он полностью понравился. В нем вот слушать какие-то такие вот треки, типа, где вот много перкуссий, у него очень классно выделяются в этих наушниках верха, очень круто сделано. В каких-то треках немножко не хватило баса, но, я так понимаю, это все-таки, может быть, даже от трека зависело. Поэтому это все же, наверное, игровая гарнитура, которая заточена именно на игры, и, наверное, что-то, какой-то мега-ультра-дабл звук в ней, ну, наверное, вам услышать не удастся. Хотя, я повторюсь, мне понравилось звучание самих наушников, именно как в них звучит музыка. Я люблю, когда детально можно услышать любой звук. То есть услышать, насколько заморочился сам автор композиции, то есть сам музыкант, насколько он заморочился, сколько он там вставил тарелочек перкуссии, какое он использовал панорамирование. Это для меня интересно, да, там с какой-то точки зрения. Мне вот слушаю музыку именно вот так. В общем, здесь это можно услышать на этих наушниках.
Я единственное, что хотел проверить, в принципе, в этом ролике, это как записывает микрофон, насколько удобно работать именно с этими наушниками. Кстати, что касается удобства работы, эти наушники очень хорошо сидят на голове, они не давят совершенно, то есть в них у тебя голова не устает. Вот я здесь уже сижу, наверное, часа полтора-два, я периодически их там одеваю, снимаю, я смотрел кучу роликов, слушал музыку, и то есть у меня от них ни уши, ни голова не устала. То есть в этом плане эти наушники очень удобные. Вот и тут вообще не дать не взять. Да, немножко марки, я вот их уже здесь пальцами своими замацал, но это все протирается. При всем при этом огромный плюс, что здесь тканевые амбушюры, а не кожаные, ну не кожзам там, да. То есть у вас даже летом уши не будут так потеть по сравнению с наушниками, где используется кожзаменитель, вот это, да, вот эти амбушюры, насколько бы они там мягкие не были, все-таки, ну, не то. То есть тканевые, это, конечно, прикольно. Да, наверное, может быть, это как-то непрактично, но тем не менее, для долгой такой игры и долгой игровой сессии, все-таки наушники вот с тканевыми амбушюрами, они, я думаю, лучше подойдут, потому что, я говорю, я никакого дискомфорта здесь вот вообще не увидел. Очень удобно. Опять-таки, это ремешок, да, регулируешь под себя, под свою голову, чтобы они у тебя нормально сидели, и все. Просто вот идеально. Микрофон не нужен, спрятал. Это очень удобно. То есть не куда-то вверх его отвернул, просто туда заворачивается, и все. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился у меня сегодня обзор данных наушников, обзор мнения даже, наверное, так я бы сказал, так бы их обозвал, потому как, ну, полноценно потестить у меня времени этих наушников не было. Так что спасибо всем тем, кто посмотрел это видео, ставьте лайки, если оно было полезным или просто понравилось. Заходите на мой канал, смотрите другие мои видеоролики, там много всего интересного. Обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока.